Зорчик. Так, летчик. Летчик. Переходчик. Летчик-переходчик. Летчик-переходчик. Все, втекаем, потом уже время поджимает, но куда уже дальше. Пей каву, а то остынет и потом будет нехорош. Ну. Как-то так. Так что-то получается. Ну, я думаю. Что, получается? Мне кажется, что должно получиться. Работу сильно продвинул. Сильно продвинул эту работу. Сильно продвинул. Так и как вы его лепите? Его же нема. А память? По памяти долепливаете, да? Что ты не соображаешь? Художник лепит очень часто по памяти. Очень часто лепит по памяти. Ну как, спасибо. Но все равно, если бы он сидел натуральный человек, было бы совсем иначе. Память у вас осталась, запечатлелась в том виде, как он у вас был. И вы его лепите по памяти. А какой он сейчас, вот на сейчасшний момент, что он, допустим, если бы вот тут сейчас у вас сидел, был бы совсем, я думаю, другой калинкор, правильно? Калинкор тот калинкор. Реально такой красавец, он глух. Состояние. Чувствуешь состояние? Чувствую. Не, ну что, когда вынимаю, тогда чувствую. Так ни хера. Или как там, да? О. Вот это уже. Что такое получается? Получается. Ух ты, ух ты, какой выразительный. Он немножко на Брежнева похож. Да, не совсем. Такая у него глаза какие-то. Выпученные. Выпученные. На Брежнева, это знаете. Не знаю, был, наверное, его уже нету, я думаю. Артист, что Брежнева играл. А я не знаю. Вот он играл в этом. Играл генерала играл, или кого там он. Какой-то фильм. Да. Или освобождение фильм он там играл. Я не помню.